3 августа на центральном рынке Улан-Удэ пройдет ярмарка, посвященная столетию Буркопсоюза. На ней 24 потребительских общества представят свою хлебобулочную, мясную продукцию, полуфабрикаты, колбасные и кондитерские изделия. Вообще, конечно, целый год все мероприятия посвящаются столетию Буркопсоюза. Мы проводили ярмарки, посвященные Сагалуну, это посвященное столетию. Техникум проводил научно-практические конференции. Наши районные предприятия выезжают и на Сурхарбаны на праздники и посвящают всю столетию Буркопсоюза. Будет красочно, ярко, весело и музыкально. Приходите на центральный рынок 3 августа в 10 утра.